Современный деловой мир живет активной жизнью. Бизнес-конференции, форумы, конгрессы давно стали привычными инструментами работы компаний в различных отраслях. Центр международной торговли в Москве является одной из тех организаций, которая оказывает максимально полный спектр деловых услуг бизнесу. Для оказания качественных услуг требуется высокая степень внутренней организации. Чтобы повысить управляемость и прозрачность работы, в ЦМТ было решено автоматизировать систему планирования. Центр международной торговли – крупнейший многофункциональный комплекс в России. Поэтому перед нашей компанией давно стояла задача автоматизации всего процесса планирования на базе единого программного продукта. Для реализации поставленной задачи, для автоматизации всего процесса бюджетирования, начиная с создания отдельных операционных бюджетов по подразделениям и заканчивая созданием консолидированной отчетности по всей компании, нам потребовалось современное и удобное решение. В результате всестороннего анализа нами был выбран предложенный компанией Кроп программный продукт IBM Cognos. В настоящее время в разработанной системе мы имеем возможность анализировать показатель по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности компании, а также составлять планы по инвестиционной деятельности в соответствии с утвержденной стратегией развития ЦМТ. Продукт IBM Cognos имеет серьезную репутацию на IT-рынке и отличается гибкостью и удобством интерфейсов. В других его преимуществах сотрудники планового отдела ЦМТ убедились при непосредственной работе с системой. Несомненно, программный продукт IBM Cognos имеет ряд преимуществ. Во-первых, это удобный пользовательский интерфейс. Во-вторых, у данного программного продукта есть возможность гибко вносить изменения в настройки отдельных модулей системы. При этом не требуется переделывать или перенастраивать всю систему целиком. И еще одно очень важное преимущество, что продукт IBM Cognos 8 Enterprise Planning имеет возможность развития по мере роста и изменения структуры бизнеса ЦМТ. А в том, что наша компания будет развиваться, у нас нет никаких сомнений. При внедрении системы планирования использовалась особая технология по управлению ошибками и замечаниями. Как утверждают в ЦМТ, ее использование положительно отразилось на ведении проекта. Хочу отметить, что в ходе реализации проекта нам было предложено современное и удобное решение, помогающее организовать взаимодействие между всеми участниками проекта. Это веб-ориентированная система Jira, доступ к которой можно получить через интернет из любой точки мира. Благодаря этой системе сотрудники ЦМТ могли в оперативном режиме давать свои замечания, которые возникали в ходе реализации проекта, а сотрудники КРОК в удаленном режиме вносить изменения в разработанные модули систем. Оценивая результаты проекта, руководство ЦМТ отмечает колоссальные возможности, которые пользователи получили на каждом этапе согласования бюджетов. Реализованная система позволит нам в сжатые сроки проводить согласование и утверждение годовых бюджетов отдельных подразделений, центров финансовой ответственности, выделенных в организационной структуре ЦМТ. Самые значимые из них – это офисно-квартирный комплекс, гостиница «Краун Плаза», рестораны, высокогласный конгресс-центр, автостоянки и другие объекты недвижимости. Также мы имеем возможность готовить и согласовывать консолидированную отчетность по всей компании с ее последующей ежеквартальной корректировкой. При этом, что очень важно, все пользователи системы имеют возможность работать с единой версией данных. И что еще очень важно, для сохранения конфиденциальности информации для всех пользователей системы предусмотрены определенные права доступа в зависимости от их функциональных обязанностей и полномочий. Работа ЦМТ не прекращается ни днем, ни ночью. Здесь гости и бизнес-аудитория получают все возможности для работы и отдыха. Сейчас, когда за окном не самые простые времена, значимость решений, повышающих целостность и прозрачность финансовой информации, возрастает многократно.